парке «Лесная пушка» провели сотый юбилейный забег на 5 верст. На спортивном празднике, который объединил детей и взрослых, побывали мои коллеги. В России первый парковый забег 5 верст состоялся 2,5 года назад. Уже тогда к физкультурно-оздоровительному проекту присоединились сотни городов. В Люберцах его начали проводить на Наташинских прудах и в Центральном парке. В октябре 22-го появилась еще одна локация. До того, как мы открыли эту локацию, бегал в других местах. Например, я бегал в Наташинском парке, также в Люберцах, в Жуковском бегал, в Раменском. И потихоньку-потихоньку начал задуматься, что классно было бы, чтобы в поселке Октябрьский тоже такое движение открылось. В нашей локации всегда собирается уже больше, чем 50, около 60 человек. Сотый забег собрал более сотни человек. Участников проекта поприветствовала чемпионка России в беге на 50 километров Елена Раздрогина. По словам легкоатлетки, пробежка на свежем воздухе положительно влияет на состояние организма. Это очень полезно для здоровья, вдохновляет. Посмотрите, какой у нас замечательный парк, сколько людей собирается в этом парке. Здесь, наверное, больше всех собирается вот именно на 5 верст в Люберецком районе. Это здорово. Сегодня тоже буду участвовать, побегу вместе со всеми. Для меня это жизнь, это интересно, это замечательно. 3, 2, 1. Сотый забег! Всем удачи! Маршрут забега проходил по территории Томилинского лесопарка. Спустя 20 с небольшим минут на финишной прямой показались самые быстрые. Первые финишеры – участники всех 100 легкоатлетических забегов. 5 верст – это проект, где нету победителей, нету проигравших. Тут все, блин, все победители. Эмоции вот такие, до неба, блин, положительно. Мы для этого приходим, чтобы зарядиться этими эмоциями, энергией от волонтеров, от организаторов, от трассы, от леса, от запаха, от всего. В парке «Лесная опушка» легкоатлетический забег 5 верст проходит каждую субботу. Старт в 9 утра. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛТВ.